Здравствуйте, в эфире информационный выпуск, подготовленный журналистами городского телевидения. В студии для вас работает диктор Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске. В школу Саянска поступил новый спортинвентарь на 1 000 000 рублей. Почему педагоги недовольны? Плата за коммунальные услуги. Как выгоднее платить, по нормативу или по счетчику? Саянск – хороший город. Я здесь останусь и женюсь. Почему молодым специалистам нравится наш город? А теперь об этих и других событиях более подробно. На ежемесячном совещании при мэре города руководители федеральных и областных органов отчитались о работе в октябре и подвели итоги экономического развития города за 10 месяцев текущего года. Руководители территориальных организаций и служб на совещании в администрации подвели итоги октября. Несмотря на экстремальные погодные условия, перепады температур до оттепели и гололед, октябрь прошел без чрезвычайных происшествий. Зарегистрировано только одно ДТП, при котором был ранен один человек. По линии полиции также зарегистрированы 64 преступления, раскрыто 40, из них 6 грабежей, раскрыто 5. В городе продолжается осенний призыв. По предварительным прогнозам, план по отправке призывников будет выполнен. Характеризуя состояние экономики Саянска, мэр Михаил Щеглов отметил, что несмотря на рост собственных доходов города, в том числе по платным услугам, одновременно отмечается снижение налоговых поступлений в бюджет, что связано с изменением нормативов перечислений и снижением поступлений от реализации муниципального имущества по причине низкого спроса. На 90% выполнены работы на средства дорожного фонда. Однако во многих случаях акты приемки работ администрации у подрядчиков не подписаны, так как есть серьезные замечания к качеству выполнения ремонта тех же внутри дворовых территорий. Эти работы продолжатся весной. Возросли и расходы города в связи с ростом зарплат в бюджетной сфере, а именно у педагогов и врачей. Кредиторской задолженности по зарплате в Саянске нет, как и долгов по коммунальным платежам. В октябре в город поступила дотация из областного бюджета – 156 миллионов рублей. Тем не менее, бюджет Саянска остается бюджетом выживания. 70% расходов направляются на выплату заработной платы, и только 30% остается на содержание города. Сегодня идет работа над проектом бюджета 2013 года. Пока из областного бюджета Саянску на бюджетное сбалансирование планируется направить 34 миллиона рублей. По словам Михаила Щеглова, этого крайне недостаточно, что Саянская администрация намерена доказывать в областном министерстве финансов. Помимо прочего, впервые за много лет Саянск не станет призером областного конкурса лучших муниципальных образований. Связано это со снижением динамики развития города, одна из главных причин которого – приторможение темпов реализации проекта газификации области. 14 ноября специалисты администрации Саянска отчитаются в областном министерстве финансов об итогах развития города за 10 месяцев нынешнего года и будут отстаивать городской бюджет 2013-го. Новое правило предоставления коммунальных услуг, вступившее в силу в сентябре, ужесточили подход к начислению и перерасчету квартплаты. В квитанциях появилась новая строка «Плата за общедомовое потребление ресурсов». А с нового года вступят в силу и новые нормативы потребления коммунальных услуг. С 1 сентября 2012 года вступили в силу новые правила предоставления коммунальных услуг. Обсуждаемые с мая прошлого года, они также постепенно вводятся. Федерация предоставила время субъектам на разработку местных регламентов. Так, приказом Министерства жилищной политики Иркутской области с 1 января 2013 года вводятся новые нормативы потребления коммунальных услуг. Первый важный момент. С нового года в квитанциях на квартплату относительно оплаты коммунальных услуг появятся две строки – на жилое помещение и на общедомовые нужды. Рассчитывали их в области не для каждого города, но для групп территорий в зависимости от температурных условий, от этажности, времени возведения домов, степени благоустройства города. Нормативы на отопление жителей Иркутской области не будут волновать еще в течение 2 последующих лет. Новые будут введены с 1 января 2015 года. Остальные – с 1 января 2013 года. Норматив на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение изменится с 1 января 2013 года. Сейчас, к примеру, норматив на холодную воду в Саянске составляет 226 литров на человека в сутки. Если эти литры перевести в кубометры, вот у нас бы оно было для Саянска, вот на сегодня холодной воды мы потребляем норматив 6,87 кубометра в месяц на человека. Теперь он 6 кубометров. Напоминаю, это норматив только на квартиру. Сюда еще добавляется норматив на общедомовые нужды. Его, к сожалению, он рассчитывается не на человека, он рассчитывается на квадратный метр.
Напомним, нормативы потребления коммунальных услуг будут действительны только для тех помещений, которые не оборудованы приборами учета. Там, где есть счетчики, расчет будет осуществляться по данным приборов учета. Новые правила ужесточили и сроки подачи данных приборов учета для начисления платы. Если раньше, после длительного отсутствия, можно было просто предъявить данные за весь период отсутствия, и все, это основание для перерасчета, то теперь придется делать это абсолютно каждый месяц. На сегодня ситуация изменилась. Значит, если человек в течение месяца не подает показания, то ему автоматически доначисляется согласно среднего показания его прибора учета, которые были у него ранее. Берутся за год, рассчитываются и начисляются. И это действует в течение 3 месяца. Вот 3 месяца ему начисляется по среднему. По истечении 3 месяцев неподачи обновленных данных приборов учета плата начисляется по нормативу. Показания приборов учета нужно подавать с 23 по 25 число каждого месяца, а каждые 3 месяца организация, занимающаяся сбором квартплаты, обязана прилагать квитанции об оплате специальное приложение с выдержками из новых правил предоставления коммунальных услуг, где регламентируются все нюансы оплаты. Заболеваемость ОРВИ в городе ниже эпидемиологического порога, но это не повод отказываться от прививок от гриппа. В настоящее время в городе проводится вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Гриппа в Саянске не зарегистрирована, однако, согласно сравнительному анализу с аналогичным периодом прошлого года, то осенью отмечается рост среди населения заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Так, за сентябрь-октябрь текущего года к медикам обратилось 2370 саянцев, 1771 из них – дети. По сравнению с 2011-м, число заболевших увеличилось на 473 человека, рост заболеваемости отмечается на 48%. Медики напоминают, что наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация. Согласно проведенной плановой иммунизации, в полном объеме вакцинами гриппо и гриппо плюс привиты люди, находящиеся в группе риска. Люди старше 60 лет, люди публичных профессий, студенты. Так планировалось на эпидсезон 2012 года привить 8050 человек. Привито больше, вакцины за счет средств федерального бюджета было получено больше, и привито 8350 человек. Также за 1220 человек привито за счет собственных средств и за средств работодателей. То есть в адрес Саянской городской больницы обращаются руководители организации, которые приобретают вакцину за собственные средства, и силами выездных прививочных бригад осуществляется иммунизация работников. В настоящее время для детей младшего возраста с 6 месяцев до 3 лет получено 400 доз вакцины Грипол плюс. Родители могут обращаться в День здорового ребенка, это вторник-четверг, в детскую поликлинику для иммунизации детей, кто еще ее не провел. В состав вакцины включен иммуномодулятор поликсидоний, который позволяет повысить сопротивляемость иммунной системы к другим инфекциям. Значительного роста заболеваемости в Саянске пока ожидать не приходится, отмечают специалисты. Так, в прошлом году пик обратившихся с остро-респираторными инфекциями пришелся на весну. Ожидая подъема, проводим все мероприятия, тем более сейчас как бы уже не за горами, это новогодние праздники. Почему ты вакцинация так важна детей? Чтобы не омрачить все дети эти долгожданные праздники, необходимо, конечно, заранее позаботиться о здоровье, чтобы ребенок был привит и был защищен. При возникновении симптомов заболевания необходимо ограничить контакты с другими людьми, остаться дома и обратиться за помощью к врачу, рекомендуют специалисты. Борьба против табачного дыма продолжается. В Госдуме рассматривают законопроект, который запретит курение в общественных местах, рекламу сигарет и их продажу в киосках, а также предусматривает значительный рост цен на табак. Все эти меры предполагается вводить поэтапно до 2016 года. Для начала курить запретят в общественных местах. Это образовательные учреждения, больницы, остановки и вокзалы, поезда и самолеты, пляжи, гостиницы, детские площадки, офисы и даже подъезды. По закону для никотинозависимых должны оборудовать специальные курительные комнаты, но к 2016 году исчезнет и это послабление. Затронет новый законопроект и цены на сигареты. Они будут существенно повышаться. Если документ примут, то примерно на 40%. Конечно, положительно отношусь к этому, потому что курение наносит значительный вред здоровью. Значительный вред. Тут все органы практически действуют, находятся под влиянием никотина, и особенно психологическая зависимость.
Ну, я положительно отношусь ко всем мерам, которые правительство принимает, и это и отказ с курения в общественных местах, да, на лестничных площадках, в школах. Акцизы повышают на курение, да, я с этим тоже согласна. Саянские медики новую инициативу правительства, конечно же, одобряют. Но есть одно «но». Одних запретных мер недостаточно, говорят врачи. Необходим комплексный подход. Вот из наших приходящих к нам в Центр здоровья примерно 60-65% курящих людей. Примерно процентов 15 желает отказаться от курения. Вот все настроены на отказ от курения. И если взять соотношение мужчины и женщины, то это примерно половина, 50-50. Впрочем, у нас в городе борьбу с курением врачи ведут уже несколько лет. В больнице, в Центре здоровья работает кабинет по отказу от курения. Любой, кто хочет отказаться от этой пагубной привычки, может прийти сюда и получить помощь. Мы помогаем людям отказаться от курения, как можем. Мы проводим с ними беседы, проводим школы здоровья с курильщиками. Кстати, приглашаем курильщиков к нам в Центр здоровья. Мы вам поможем отказаться от этой вредной привычки. По словам медиков, кабинет по отказу от курения достаточно востребован. С начала этого года здесь уже получили помощь почти 300 саянцев. Врачи надеются, что и новый законопроект положительно скажется на здоровье нации. Сотрудники наркоконтроля проводят всероссийскую акцию под названием «Сообщи, где торгуют смертью». По словам наркополицейских, данное мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблемам незаконного оборота и потребления наркотиков. В течение недели в городе будет работать телефон доверия, по которому саянцы смогут получить консультации по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых, а также оставить информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Жители активно сообщают, где торгуют наркотиками, ну и также информацию антинаркотической направленности. Данную акцию мы будем проводить 15 ноября. Будем принимать звоночки с 10 до 17 часов вечера. Как отметили наркополицейские, акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Саянске проводится уже 5-й год подряд. За это время от горожан поступила масса сообщений на телефон доверия. Были случаи, когда горожане сообщали информацию о фактах возможной реализации наркотических средств. Вся поступившая информация от жителей городов Саянской зимы, она в обязательном порядке отработается, то есть не останется без внимания. В период проведения акции будут организованы приемы граждан руководством управления наркоконтроля. О местах хранения и избыта наркотиков, о наркопритонах и людях, распространяющих наркотические средства, жители города могут сообщить по телефону доверия управления наркоконтроля, либо отправить информацию на сайт областного управления антинаркотической службы. Спортивные залы школ Саянска вскоре будут оборудованы новым спортивным инвентарем. 7 комплектов для занятий физической культурой школьников стоимостью 1 миллион рублей поступили в город из областного бюджета. Такого масштабного пополнения спортивным инвентарем на сумму почти в 1 000 000 рублей в школах города не было уже несколько десятилетий. Гимнастические брусья и перекладины, канаты для лазания и перетягивания, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи и спортивные маты, легкоатлетические барьеры и стойки для прыжков в высоту. Такого оборудования в школах Саянска катастрофически не хватало. По программе работали, но не до конца получалось, что того нету снаряда, того нет снаряда, этого снаряда нет. Ну, сейчас я думаю, что хоть что-то из программы будет выполняться. Увы, чувства при ближайшем рассмотрении оборудования оказались двойственными. Радость сменилась разочарованием. Спортивные маты, к примеру, уже при перевозке протерлись, на них появились дыры. Что будет дальше? Оказалось, что и хорошо, и не очень хорошо. Короче, хотели, чтобы было более качественно, очень. Поэтому кое-что, конечно, можно использовать и выполнять программу по физической культуре. Там прыжки в высоту, лазание по канату, перетягивание каната, на брусьях упражнения. Но так некоторое оборудование желает, конечно, желает лучшего качества. Тем не менее, радует тот факт, что на оснащение школ необходимым оборудованием в последнее время правительством страны и области выделяются немалые деньги. В рамках соглашения Министерства образования Иркутской области и администрации Саянска в школу города на днях также поступили учебники и 3 компьютерных класса. День 7 ноября – Красный день календаря. Октябрьские события 1917 года вспоминали сегодня в Музее истории Саянска. 22 октября
по старому стилю 2018 года, по новому стилю 27 ноября, то есть вчерашний день буквально. Кораблю «Аврори» поручили войти в реку Неву, взять под защиту Николаевский мост, который впоследствии назвали мостом лейтенанта имени лейтенанта Шмидта. Этот мост соединял Васильевский остров с центральной частью города. В музее истории Саянска вспоминали сегодня важную веху в истории страны – Октябрьскую революцию 1917 года. Этот праздник имеет давнюю историю и знаком любому человеку, родившемуся и воспитанному в Советском Союзе. Я хочу сказать, что демонстрации оставляют в памяти. Они как-то сплачивали людей, вносили такой аспект праздничности, единства. И действительно проникалось ощущение, что это праздник всей страны, всех людей. В 2010 году этот праздник был переименован в День Согласия и Примирения, а День Великой Октябрьской Социалистической Революции вошел в перечень памятных дат. Сегодня многие уверены, что этот важный в истории день незаслуженно забыт. Как вот этот праздник забытый, незаслуженно его забыли, потому что это же история, какая бы она была, плохая или хорошая, но это история, это забывать нельзя. А сегодня вы посмотрите, не только этот праздник забытый, я вам скажу, значит, от чистого сердца, что и забыты даже Великая Отечественная война. Напомним, восстание в Петрограде в октябре 1917 года завершилось социалистической революцией. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала 73 года. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием коммунистической идеологии. Саянск – отличный город. Я планирую не только работать здесь, но и создать семью. Об этом рассказал нашему корреспонденту молодой талантливый педагог музыкальной школы номер 1 Дмитрий Терешин. У него своя методика преподавания, отличная техника исполнения, любовь к музыке, можно сказать, передалась по наследству. Родители молодого музыканта по классу фортепиано, также музыканты, живут и работают в Иркутске. Сам я из Иркутска, родители живут в Иркутске. Как бы здесь от Иркутска все-таки ближе, чем Усть-Кут. И чаще дома бываю, родителей вижу. Ну и к тому же условия здесь куда более благополучные, что в школе коллектив теплый, что и жилищные условия предоставили. Спасибо нашей администрации. Молодые профессиональные кадры на вес золота в провинциальных городах были всегда, но особенно остро проблема с нехваткой специалистов и предоставлением возможностей для реализации их потенциала на местах стоит сегодня. Мне нравится размеренная жизнь Саянска, и мой коллектив, да и зарплаты хватает, делится преподаватель фортепиано музыкальной школы номер 1 Дмитрий. Однако и нагрузка значительная. По совместительству музыкант преподает во второй музыкальной школе и является концертмейстером. У меня внутри меня своя динамика. Я работаю с утра и до вечера. И нужно еще прийти домой, приготовить, покушать, постираться, погладиться. И у меня как-то и уже ложиться спать. То есть 6 дней в неделю, сложный график, выходной, одно воскресенье. Поэтому у меня своя динамика, свое движение. Создать семью, обустроить быт. Пока планы молодого человека связаны только с нашим городом. Прекрасный город. Красивая природа, живешь как в лесу, чистый воздух, белый снег. Город нравится. Хороший, молодой, перспективный город. О молодых специалистах не забывает в городе Саянске. Сегодня Дмитрий Терешин получает второе экономическое образование, работает по творческому проекту со своими коллегами-музыкантами и не вешает носа. Человек, который хочет чего-то достичь, стремится к этому, многого в жизни добьется, считает он. Особенно, если ты талантлив, молод и горяч. Уникальная книга в единственном экземпляре вышла в свет Саянске. Ее авторы – ученики школ. 168 работ учеников школ Саянска, Зимы, Зиминского района, Куйтуна и Шелихова собраны в книжке «Лучик». Сочинения, рисунки, фотографии, презентации любимых книг ребята присылали на конкурс «Лучший читатель», который прошел в Саянске в прошлом учебном году. А сотрудники управления образования собрали их воедино. Получилась замечательная книга. Ребята рассказывали о своих любимых книгах. Оказывается, очень много любимых книг. И мы, наверное, глядя на эти творческие работы, сколько поступило, прочитав их, наверное, все-таки думаю, что у нас
в городе, и в Зиминском районе, и в других городах все-таки ребята читают, и читают очень много. Книжка «Лучик» вышла в свет в единственном экземпляре, но почитать ее, посмотреть рисунки и фотографии сможет любой желающий. Со следующей недели она начнет свое путешествие. Первая остановка в Саянской гимназии. А в гимназии эта книжечка у нас поживет 2 недели, затем она будет передаваться во вторую школу и так далее будет путешествовать по городу. Затем мы передаем в Зиминский район по школам, и там она продолжит свое путешествие. Но мы планируем, что она с Зиминского района перейдет в зиму в школьной библиотеке и так далее в Куйтун. По завершению путешествия в конце учебного года книга обретет свое постоянное место жительства в Центральной детской библиотеке Саянска. «Лучик» пополнит фонды этого учреждения культуры и будет доступна для изучения в читальном зале. С 27 по 29 октября в Иркутске проходил фестиваль «Джаз на Байкале» под патронатом Игоря Бутмана. Саянский джазовый ансамбль «Экспронт» принял в нем участие и получил приглашение на учебу в Америку. Для того, чтобы запеть, им достаточно просто щелкнуть пальцами. И уже нет обыкновенных девочек-подростков, а есть единый живой организм – ансамбль «Экспромт», где голоса то сливаются воедино, то звучат как разные инструменты в оркестре. И случается джаз. Это звучит композиция «Акапулько». Ее «Экспромт» исполнял на фестивале «Джаз на Байкале» под патронатом Игоря Бутмана в Иркутске. Фестиваль проходит уже в 4-й раз, и дважды воспитанницы педагога первой музыкальной школы Натальи Воробьевой принимали в нем участие, как всегда, с успехом. В этот раз «Экспромт» привез 5 лауреатских дипломов. У нас 3 солиста, Лыскова Полина, Кузько Олеся и Ишутина Саша, и 2 ансамбля, старший и младший ансамбль, 5 лауреатов. Джазовая звезда России Игорь Бутман приглашает на фестиваль своих коллег и друзей с мировыми именами. Так, в этом году в жюри конкурса были джазмены из Америки и, конечно, России, которые к тому же занимаются преподавательской и продюсерской деятельностью. В рамках фестиваля прошло несколько мастер-классов. Мастер-класс дал и сам Игорь Бутман. Мы целых 2 часа наблюдали мастер-класс Игоря Бутмана, который вышел на сцену и играл со всеми детьми. Традиционно на свой фестиваль Игорь Бутман приглашает именитых джаз-вокалистов. В этот раз американскую певицу Майю Азусену. Ее мастер-класс оставил в душах наших юных вокалисток неизгладимые впечатления. Майя Азусена – это просто бомба, наверное. Она так завела весь зал. Она себя ощущала свободно на сцене. Никто так себя не ощущал из всех. Она так завела просто весь зал, даже, ну, мы просто сидели с открытыми ртами. Это такого мы еще не видели нигде. Олеся вообще впервые выехала на конкурс и сразу стала лауреатом, удостоившись личной похвалы звезды мирового джаза Майи Азусены. Просто когда мы пели в ансамбле, я солировала. Ей чем-то понравилось, и она подошла, сказала мне: первый раз я не поняла, второй раз я не поняла, а потом мне уже перевел переводчик. Что она сказала? И что она сказала? Она сказала, красиво поешь. Ну и пожала мне руку, показала, класс. Ансамбль «Экспромт» в созвездии джазовых музыкантов с мировыми именами слушала с интересом. На конкурсе присутствовала руководитель знаменитой американской фестивальной школы в Беркли. Школа набирает детей на учебу по всему миру. «Экспромт» получил приглашение. Областное министерство культуры сейчас ведет переговоры с американской стороной об условиях приезда одаренных детей при Ангаре в школу в Беркли. На этом информационная часть выпуска завершена. Продолжит нашу программу традиционная рубрика «Люди говорят». Я же с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера. Будьте счастливы. Саянск
Красноярске полным ходом идет вакцинация против гриппа, ОРВИ и других заболеваний среди взрослого и детского населения. По словам специалистов, многие родители попросту отказываются ставить прививки своим детям. А что думают о вакцинации саянцы, об этом поговорим сегодня. Я положительно отношусь, крайне положительно. Смотрю передачи, у них медики рекомендуют ставить прививки, что это спасает во многих случаях жизнь. Поэтому, знаете, лучше заранее поставить прививку, чем потом расплачиваться. Никому не пожелаю. Ну, я считаю, что не всем помогает, смотря у кого какой иммунитет. Может, некоторым только хуже от этого. Что-то, говорит, как не поставят укол, так и больше заболевает, оказывается. Мне кажется, помогает. От кори, вот я лично знаю. Помогает им, усиляет иммунитет, то есть иммунитет заранее приспосабливается к вирусным заболеваниям и потом быстро их одолевает. А тебе лично помогали прививки? Мне... Некоторые да, некоторые нет. А других, наоборот, у меня поднимается температура, болеть начинаю, а некоторые помогают. Мне несколько раз делали прививку эту, даже домой приходили. Там я делала прививку, Бог миловал, я ни разу не заболела. В нашей агрессивной среде необходимо всем, у кого ослабленный иммунитет, пройти все. Все эти медицинские процедуры. Просто сейчас, видите, подделки все всякие же разные идут, эти все подделки, лекарства, все, может быть, поэтому и люди уже стали бояться. Ну, а раньше-то мы своим детям-то всегда делали, и мы никогда не отказывались от прививок. Все равно такая-то защита, я так думаю. Ну, ставят, надо, значит, не знаю, я говорю вам, ну, надо, значит, ставят. Я отношусь положительно, конечно, это помогает. В какой-то степени. Там заболевание протекает легче. Ну, надо просто отбор такой тщательный проводить. Кому можно, кому нельзя прививки делать. Не всем можно. А сейчас поголовно делают всем. Я отношусь, например, положительно. Я сама сходила против гриппа, сделала. А почему положительно? Ну, потому что это защита, иммунитет против всех болезней. Тогда, может быть, ну, было более-менее серьезнее относились к этому. А сейчас лишь бы деньги заплатил, и все. А там помогает, не помогает это. В принципе, прививки, они нужны, потому что вырабатывается иммунитет. Но все это, конечно, дело добровольное. Принудить человека нельзя к этому, то есть только на добровольной основе. Кому-то они полезны, кому-то они не очень полезны. В любом случае, думаю, проконсультироваться с врачом следующим.